Получение новых машин скорой помощи – это знаковое событие для всей республики. От работоспособности каждой из них зависят жизни и здоровье людей. Сегодня 11 новых автомобилей класса «Б» отправились в 9 центральных районных больниц. Вызовов очень много. Если машина старая, то, естественно, идет более как будто медленное прибытие. А здесь, если машина новая, переоснащение новое, оснащение машины новое, и, соответственно, быстрее будет доезд до вызовов. И, естественно, это все очень радует. Новые автомобили оснащены самым разным современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами. Все это для того, чтобы фельдшеры, не теряя драгоценное время, могли уже в пути оказывать человеку необходимую помощь и контролировать его состояние. Они полностью по стандарту оснащены всем необходимыми медицинскими аппаратами. Это в первую очередь для оказания экстренной помощи, для того, чтобы наши врачебно-фельдшерские бригады, в первую очередь на селе у нас фельдшерские бригады, смогли оказать необходимую помощь. Вообще порядок оснащения утвержден приказом Минздрава Российской Федерации. Новые машины поставлены в наш регион в соответствии с распоряжением правительства России. Я хотела сначала сказать о том, что вот сейчас в преддверии Нового года случаются подарки, и это ли не замечательный подарок? Но потом сама себя на самом деле остановила, потому что подарок – это, как правило, разовая акция. А мы, когда говорим с вами о новых машинах, о новых автомобилях, скорой медицинской помощи, которые поступают нам в республику, это совсем не разовая и не единичная акция. Это планомерная, это постоянная работа. Всего за 5 лет в Бурятию поступило 132 новые кареты скорой помощи. Следующее пополнение ожидается на будущий год. Анастасия Брянская, Нима Родная, программа «Вместе», Мир Байкал.